Всем добрый день. Вчера была Пасха, 24 апреля 2022 года. И мы ее отмечали на пляже Агиос Кузмас или Эллинико в городе Афины. Было много компаний. Соседняя компания была с Украины. В какой-то момент они начали кричать «Слава Украине!». Моя компания крикнула «Слава России!». В ответ послышались оскорбления и нецензурные слова. И ребята специально вышли на драку. Я попыталась разнять. И, собственно, господин Виталий Павельчук, увидев это по-другому, решил ударить и женщину, то есть меня. Результат мы видим на лице. У меня разбита щека. Это было что-то тяжелое, что-то железное в его руке. Удар мне пришелся сбоку. Потек большой под глазом и также разбита голова сзади на затылке и вся голова, собственно, в крови. Заявление в полицию мы уже подали и ждем последующего разрешения этому делу. Всем спасибо.